Здорово! Меня слышно? Мне так непривычно тут стримить. Бу! Шо так долго? Со 192 шо не трахалось? А чё так громко? Нахуй! Я оглохла, нахуй! В этих наушниках у меня музыка вообще не играет. У меня аж сердце остановилось. Здорово! Всем привет! Привет! Привет, чат! Я соскучилась, привет! Не стримила один день. Здорово, даро. Ракурс имба, ставь Ваде его. Да, просто он мне подходит, а если Вадя здесь сядет, у него, понимаешь, он ему не подойдет. На самом деле, так непривычно, я так стесняюсь как-то тут стримить. Не знаю, почему стесняюсь вообще, почему, мне как непривычно, как будто я не на своем рабочем месте, хотя на своем. Ну ладно, это еще не свое рабочее место, там мое рабочее место готовится, как бы в той темнушке, отдельные темнушки, как говорится, отдельной комнате, вот, отведенная мне, вот. А что так долго, со 192-м, что ли, трахались? Да, конечно, трахались, да. Что же нам еще делать? Да, естественно, мы, ура, будет новый ракурс, ну, Вадя, скорее всего, поменяет под себя, а у меня вот так пока останется. CSGO Band, новый краш-сайт, который приумножит твой инвентарь. Все зависит только от тебя, никаких кейсов с неизвестным шансом падения предметов. Ставь когда хочешь, забирай что хочешь и уноси топовые скины. Ежедневные бонусы и раздачи, множество промокодов и, конечно же, быстрый вывод предметов. Все это на CSGO Band. А промокод на 25 центов вы сейчас видите на своем экране. Ой, и чуть не забыл, и бонус 5% к пополнению будет в описании. Сэмщит, вы Сэмщит, он идет на вас нападать сейчас. Иди нападай, Сэм! Вон, его кусай! Фас! Сэм, фас! Вот он, вот его надо поймать. Лови! Че не хочет поймать? Короче, я подарила Ваде плойку. Съездила, значит, купила, где-то нашла, непонятно, затерялась. Вот. За его деньги. Да не, реально, ну, типа, купила, подарила ему подарок мечты. Вот, как бы он без него жил. Да, заказал себе сам. Да не, на самом деле, пиздец, плойку было трудно найти по нормальной стоимости. В iStudio она вообще 30-ку стоит. Ну, 30-ка гривен. Я вообще не понимаю, пока в гривнах. Я знаю, что это на 2,7 как бы нужно умножать, но, блядь, сложно, пиздец. Строго, что это за клипы? Сейчас. Ой, а чего у него не нажимается? Ой, нажимается. Ладно, я... Ой. А как нажимать? Сука. Вот так вот. Юху, АФК стрим, как я люблю. Ебать, отец вчера был счастливый. Сейчас, подожди, я потише сделаю. Как потише сделать, блять? Где у меня бу? Вот, настроить. Он у меня на 44%. Блять, у него просто усиление на звука, наверное, по всему компу. Сохранить на 13%, блять, я даже на 7% сделаю, в пизду. У меня сердце выскакивает, это ёбнуться можно. Все, вроде сохранила. Короче, чтобы вы понимали, я уже давно хотела начать стримить днем, но мне не получается из-за того, что, блядь, мы просыпаемся, во-первых, поздно. Во-вторых, ну как, сегодня хотели проснуться нормально. И как получилось-то в итоге? Ну, так, давай, короче, заведем будильник на 12, и, типа, все успеем сделать. За плойкой, типа, съездим, за столом съездим, все купим и так далее. Мы такие, да, все, уснули, проснулись 12, и такие, блин, он проснулся такой, давай еще часик. Я такая, да, еще часик. В итоге, через часик у меня срабатывает второй будильник, он под него нахуй не просыпается. Я выключаю его, и мы просыпаемся, ну, где-то в 4 часа по киевскому времени. Это 5 часов вечера по российскому. По Москве. Вот, и все, мы все проебали. Мы поехали за столом, простояли там. Фу, мне до сих пор плохо, блять, от этого доната. Юху, АФК стрим, как я люблю. Ебать, отец вчера счастливый был. Ну да, кстати, кто вчера не видел кукинг стрим, там, у кого нужно, можете посмотреть нарезку. Очень охуенный стрим получился, кукинг. Ну как, кукинг, блять, я все готовила. Ладно, не я все готовила. Он, кстати, представляете, я решила так. Думала, ну, типа, приготовлю ему. Сейчас я вывела этот клип, ребят, себе. Вот, я посмотрю. После того, как договорю. Вот, я думала, все, он сейчас приготовит бургеры, типа, на стрим, а я приготовлю, ну, нормальную еду, которую мы будем есть. В итоге, я приготовила эту пасту. Кто видел? Плюс чат, кто был вчера на стриме? Я приготовила целую огромную порцию, сука, пасты. А, я говорю, и потом после стрима проходит часика полтора-два. Вот, он ее... Нет, я уже увидела, блядь,
слева донат. Надеюсь, что он не громкий будет. Вот. Через часика два проходит. Он же вначале, ну, на стриме чуть-чуть немножко пасты поел, и все. Потому что бургером наелся. Сейчас будет донат. Ну, не проигрывается. Сейчас будет бу. Чего вы пугаете меня, чат? Подождите. А че не проигрывается трустат? Это потому что я обновила, типа. Сейчас я добавлю новую ссылку оповещения. Ну, прой. Все, теперь не громко, все нормально. Фух, а у вас он вообще тихо, да, слышно его? Вот, рассказываю, вот эту пасту он поел на стриме. Прошло 2 часа, ему паста понравилась, я говорю, он такой, я кушать хочу. Я говорю, ну, я же пасту приготовила, типа, бургер ты, ну, типа, на стриме готовила, а это я пасту, типа, для нас готовила. Вот, чтобы мы поели, типа, ну, я на серьезничьих ее готовила. И он такой, не, я такой не люблю. Я такая, в смысле не любишь? То есть, до стрима он мне говорит, приготовь мне, типа, пасту с курицей и грибами, ну, в сливочном соусе. Я такая, ладно. А помните, какая проблема до этого была? То, что я говорю, типа, что тебе приготовить? Он говорит, я не знаю. Я говорю, ну, типа, начинаю готовить, он говорит, я это не люблю. Ну, и в итоге я нашла, вроде бы, типа, пасту с грибами. Он попросил, я думала, будет есть. Я ему приготовила, спустя 2 часа он говорит, я, типа, ну, не буду есть. Ну, типа, я говорю, почему? Он такой, ну, я люблю пасту, когда, типа, вот ее только-только приготовили, типа, положили, и все. А потом, когда она уже вот полежала, я, типа, такой не люблю. В смысле? Короче, огромная вот такая вот тарелка с пастой, и она лежит до сих пор. Ну, типа, я ее ем? Нет. Он говорит, типа, вот она уже, типа, пропиталась соусом и так далее. Она уже, типа, не ощущается вкус пасты. Угу. Вот. Я такая говорю, так мы, типа, чуть не поругались вчера из-за этого. Я говорю, типа, так давай я тебе туда сливки добавлю. У тебя будет свежая, вкусная. Она, типа, ну, прошло 2 часа. Я тебе ее подогрею как надо. Ну, типа, помешаю. Добавлю туда сливок, чтобы она не была сухая. Засуну в микроволновку и добавлю, ну, типа, сыра. Он такой, сыр не надо. Сделал себе этот бич-пакет. Я говорю, так может быть, ну, начал, короче, есть этот бич-пакет. Вонять начал, сука, на всю квартиру. Я говорю, ну, типа, может быть, что, вкусно тебе? Он такой, нет, типа, невкусно. Я говорю, так может быть, мою пасту попробуешь? Он такой, ну, давай. Блять, такой черт ебаный, я просто в ахуе, я просто не могу. Лучше бы, говорит, твою пасту съела. Я говорю, ну, блять, и я это вылила у него бич-пакет, пиздец просто. Просто пиздец. И ну как, что человеку готовить? Что так, человек... по факту, она там уже слиплась, пизда. Вкуса нет и точка, нет, и так далее. Так я сделал, нет, прикол в том, что она не слипшаяся. Я говорю, я типа взяла именно не ту, которая сверху была, а именно под низом, где соуса много было. Я типа ее перевернула, сделала как новую. Добавил туда сливок и, типа, добавила микроволновку, чтобы она, ну, вот эти все пары, она же там, ну, сушит ее микроволновка, по идее, еду. Я добавила туда сливки, чтобы они выпрялись и чтобы, ну, паста не тронута была. Вот. И в итоге он, я говорю, так ты мою пасту не пробовал? Он такой, нет, я всю пасту в жизни, типа, пробовал. Я такая, да-да. И что мне, блядь, тебе, мразь, готовить?